Где девочка-то? Одевается. Кто еще одевается? Мы такие, как одна. Да не такие, безобразие. Бегом тащи за руку. Ну бегом, сказал. Ты даже шаг не ускорила. Вот такое получается. Муж ее не любит. Как черепаха ползает. Ну, понимаешь как? Вот сколько не учи человека, если у него монеты, никуда не успеешь. Ты знала, что я сказал, выходите на улицу? Почему долго копаешься? Понимаешь, вот такой важный такой момент, которого в вашей жизни никогда не было. Вот кошки ходят. Вот эта вот книга называется Библия. Вы называете ее не Библия, а Святая Библия. Во всех языках она так относится. Вот гляди, какая книга. Посмотри. Красота, цвет наш любимый. За закладкой зеленый. Какая, видишь? Ага. Теперь смотри, Библия. Книги Священного Писания Ветхого Нового Завета. 2021 год, Москва. По благословению Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла. Гравюры Гюстава Доре. Понимаешь, какая Библия? Спаси, Христос. Я вам ее дарю. И нигде пальцем ничего не задевать. Это служебная бумажка. Вот так вот только через нее. Нигде ее так не загибать. Кончил и загибают. Не-не-не, мы так не делаем. Возьми большой чистый целлофан, с двух сторон его надеваешь, чтобы ни одна пылинка не попадала. Поняла? Спасибо. Когда будет выходить замуж, подаришь ей, пока спаси у тебя Христос. Будет. Не надо, не надо. Спаси Христос. Это только чудо. Будь... Это чудо. Только я прошу всегда, когда вас где-то ждут, нехорошо, это две бумажки положу. Быстро одевайтесь и выскакивайте на улицу. Мы в лагере тренируем специально ребятишек. Раздеться, одеться и... Так, поняла? Спичка горит. Могу никому не отдавать из дома. Вот это дай Библию почитай и верну, это такой позор, даже говорить страшно. Она должна быть с тобою. У нас не... есть, но только канонические. Я уже слышал, не надо. Столько лет, вот, по благословению патриарха Кирилла. Спасибо. Здесь я ходил, специально покупал. Все, с Богом. Заверни во что-то сейчас, хорошо. Найди, чтобы не уронить, не упасть. Так, все, ухожу.